Ребята, успокойтесь. В городе нельзя так быстро ездить. Не переживай, Максим, мы осторожно. Альфа, хватит! Бета, держись! Опа! Сейчас мы тебя догоним! Ага, попробуй! Ай, какие же тоботы быстрые! Торнадо, как хорошо, что ты приехал! Останови, пожалуйста, ребят. Это моя работа. Смотри, какой он крутой. У него есть проблесковый маячок. И надпись на двери «Полиция». Йо-ху! Ой-ой-ой, тормози! Так-то лучше. Наконец-то! Вы почему остановились? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! О, нет! О, спасайся! Ой, мой капот! Альфа, что ты наделал? Сейчас дом загорится! Трансформируюсь! Торнадо, держи майндкор. Торнадо активирован. Чемпион, трансформируйся. Нам нужна твоя помощь. Бета, я помогу. Чемпионы Торнадо готовы! Ребята, сделайте что-нибудь! Нужно убрать все лишнее. А я попробую отнести горящий дом в озеро. Он слишком тяжелый. Максим, нужно вызвать пожарных. Точно! Нам поможет вулкан. Смотри, какой он крутой! У него усиленный бампер. А на крыше водяная пушка. Вулкан, у нас дом горит! Приступаю к тушению. Готово! Ура! Отличная работа! Вулкан, что это за звук? Мои датчики показывают, что приближаются тучи. Ой! А? Температура понижается! Я заметил! А, смотрите на гору!
Это проделки Дилука. Солнце пропало! Их надо срочно остановить, иначе мы не будем питаться энергией. Вулкан, трансформируйся! Вулкан готов. Лезь наверх, я их задержу. Какой сильный. Энергия кончается. О, нет. Слезьте с меня. Сбрось их, ты же больше. Энергия на нуле, не могу. Чемпион, вся надежда только на тебя. Эх, если бы выглянуло солнце. 20% заряда. 15. Еще немного. 3, 2, 1. Питание выключено. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой-ой. Ребята! Я знаю, кто может помочь. Это Магма 6. Он состоит из 6 машин. Альфа, Вулкан, Рокки, Бета, а еще Тета и Торнадо. Ты представь, какой он мощный! Открываю! Вот это да! Давай собирать! Какой же он огромный! Мощные ноги, руки, супер-броня и, конечно, пушка! Магма 6, верни нам солнце! Заберется он на гору? Вот это прыжок! Система отключена. Задание выполнено. Враг уничтожен. Ха! И тучи ушли! Я полон энергии. Максим, спасибо, что помог нам. Это не я, это все Магма 6. Да, он крутой. А кто из этих тоботов понравился тебе больше всего? Напиши об этом в комментариях. Ставь лайк и подписывайся на канал. Пока-пока!